Читинском районе, неподалеку от станции Лесная, произошел пожар. Сгорело больше 10 дачных построек. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России. Напомним, ранее сообщалось, что под Читой горели частные дома. Горела сухая трава, из-за сильного ветра огонь стремительно распространился на 60 гектаров. Также случился пожар в дачном кооперативе. Огонь охватил постройки на 30 участках. В настоящее время открытое горение ликвидировано. Площадь пожара составила 80 гектаров, уничтожено 12 дачных построек.